Садись, садись. Мне тебе надо кое-что сказать. Спасибо. Видишь? Нет, нет. Хозяин, барин, а мне надо. Между нашими двумя странами возникли определенные проблемы. Генерал Баранов привез секретный приказ из Москвы о том, чтобы прекратить всякую ракетно-техническую помощь Китаю, а всех экспертов нахрен вывести из страны в ближайшее время. А что делать, наш проект? Извини, не знаю. Сказал тебе все, что мог. Нам нужна ваша помощь, особенно сейчас, в такое важное время. Ты же знаешь, как я тобой восхищаюсь. Я могу отвезти тебя в Советский Союз, чтобы ты продолжил работу над ракетными проектами. У тебя будут самые лучшие условия, я обещаю. Извините, я не могу поехать. Ты же ездил в Советский Союз учиться раньше. Разве не для того, чтобы изучать самые передовые в мире технологии и науку? Сейчас у тебя такая же уникальная возможность. Почему ты отказываешься? Когда я учился в Советском Союзе, деньги, которые государство платило каждый год за мое обучение, это почти пожизненный доход крестьянина. Хотя моя страна пока бедная, но несмотря на то, что она помогала мне учиться у вас у передового Советского Союза, у меня нет причин уезжать. Я вижу, что вы испытываете глубокие чувства к своей родине. Я жил в оккупационной зоне, и каждое утро я вставал и клонялся в Токио, чтобы послать привет Японии. Такие бедные люди, которые были рабами оккупантов. Ну хорошо. Отвези меня к себе в переговорную, а потом тихо найди и собери всех своих коллег. Перед отъездом я хочу выжаться как губка и оставить вам все, что знаю. Прямо сейчас? Да, сейчас. Машина у тебя есть? Да.